Ребята, всем привет! С вами Конова Аня. Первое, что хочу показать, это замечательные шапочки. Показываю вам цену 15-го каталога. Хотя я их заказывала в 14-м, не помню точно ценник. Чек уже выкинула. Значит, шапочки идут цвет фуксия, цвет молочный. А фуксия 600-495, молочный 600-496. Обхват головы 51-54 сантиметра. На мою викуську сели просто изумительно, просто классно. Они идут без подкладки, декорированы пайетками, материал 80 акрил, 20 полиэстер. Обе шапочки оставили, потому что они, во-первых, плотненькие, классные. Если будет чуть похолоднее, то носить с капюшоном. Тут такой пушочек, очень даже такой качественный, хорошенький. Пайеточки просто супер, да, как вы видите, можно туда-сюда их делать даже. Мне понравилось. Покажу, как смотрится на викульке чуть позже. То, что она двухслойная, вот этот слой как раз идет по ушкам, поэтому мерзнуть, мне кажется, ничего не будет как раз вот на такую погоду. Мы хотели, знаете что, идти в магазин шапки брать, и вдруг шапки появились у нас, причем это единственные шапки, это первые шапки, которые мне угодила компания Faberlic, представляете, вообще я в жопе просто. Чтобы мне понравились шапки. Вот, вторая шапочка вот такая вот. Она тоже симпатичная. Так, сейчас у нас на викуське шапочка. Артикул 600-495 с пайетками для девочек. Цвет фукция, размер 51-54 сантиметра. Состав 80% акрил, 20% полиэстер. Вот такая вот симпатюлечка. Викусь, посмотри на маму. Посмотри, посмотри. Мама, тут гладильная доска стоит. Девчонки, очень красивая шапочка, очень классная. Кстати, можно сделать двухцветную, я так понимаю, да? Ну, нет, наверное, нельзя. Помпончик симпатичный. Кстати, весьма плотная. Вот сейчас ходить она двухслойная. Она тепленькая, нормальная. Идет как бы без завязок, но очень плотно на голове сидит. Прям супер. Вот такая вот красотища. Я думаю, очень симпатичный. Артикул 600-495. Состав идентичный предыдущему. Тут, как вы видите, пополам идут пайеточки. Очень, очень симпатично, мне кажется. Очень здорово. Шапочки плотные. Понравились. Я их с удовольствием оставляю. Начались у нас все прокладки. Я психанула, потому что надоело, да, то есть пошла, только ночные остались у нас, и я заказала 4 пачки, пусть лежат, они очень крутые, они очень классные, те, кто их хоть раз попробовал, отпишитесь в комментариях, я думаю, вы поможете людям, кто смотрит данное видео, с выбором, потому что эти прокладки, они просто великолепные. Артикул 112-89, я о них очень часто рассказываю, потому что все время заказывала по одной, по две, а у нас девочек все семье две, вот, и часто я их беру с собой в поездки и так далее, в принципе, они идут хорошо. Да, значит, что они содержат? Они, во-первых, дышащие, они очень комфортные. Вот, анионовый чип содержит, который обладает естественным антибактериальным дезинфицирующими свойствами, благодаря которым предотвращается появление нежелательного запаха. Они идут, кто-то там мне писал в комментариях, не помню кто, но не верьте, они идут без добавления химических антибактериальных компонентов. Я верю аннотации, просто так тут ничего никто не напишет. И, конечно, идут хорошо, очень клеится, и легкий аромат зеленого чая, ощущение свежести, действительно хороший, классный аромат зеленого чая. Так, дальше, что же я заказала? Первый раз заказала попробовать себе Алатау, не поверите, скоро 5 лет в компании Faberlic. Заказала променад, заказала платинум, что-то у меня парфюмерочки начали заканчиваться. Это мой один из моих любимых ароматов. Он нежный, женственный, очень-очень приятный. И я его люблю. Даже распаковывать пока что не буду. Так, артикул у него 31,95. Это моя любимка совместно с Ренатой Литвиновой. Променад. Он такой легкий, невесомый. Бриз. Летний бриз. Очень-очень нежный, ласковый, такой прикольный. Артикул 31,76. Алатау. Так. Значит, артикул у Алатау, так, 55 миллилитров, хотя он такой маленький, кажется, да, а смотрите, 55 миллилитров. Так, артикул, слушайте, не могу найти артикул. А, 31,20, водичка. Нежная какая-то,
морские цветы какие-то, знаете. Приятный аромат, мне нравится. Легкий, женственный, невесомый какой-то, да, то есть такой легкий. Есть доли какие-то лимончика, да, то есть морской бриз, лимон и чуть еле заметная сладость. Приятный, приятный такой прям очень. Далее подходит к концу у меня пудра Иллюминайзер, мерцающая вуаль. Я это все заказала с большими скидками. У меня накопилось скидок по ВИПу, купоны, там карточки твой бонус, да. То есть она идет полностью просвечивающая, она очень хорошо держит, получается, тональный крем и не придает коже маски, да. То есть она идет с такими микро-микро блесточками, как вы видите, и эти микро блесточки они совсем-совсем немножко поблескивает, да, то есть вот блесточек практически не видно, то есть создает такой эффект, и фотки получаются классные, и вообще как будто мы моложе. Далее у меня уже подходит к концу вот такая вот палетка для бровей 54-66, я ей крашу все, и брови, и могу оттенить глаза, и могу также, так вот она такая классная, кстати, вот эта штучка, мне очень нравится укладывать ей брови и делать брови, мне больше не нужно, у меня есть кисточка, но в дороге просто великолепно, вот такие вот оттеночки. Они мне очень нравятся. Вот единственное нарекание вот к этому оттенку. Он не очень пигментированный, да, то есть, но с ним оттенок тоже получается классный. Вот этот светлый оттеночек очень симпатичный. Самый-самый-самый мой любимый оттенок. Глаза просто великолепно с этими тенями смотрятся. Просто здорово. Можно побольше, можно поменьше нанести. Ну и вот этот обычно у меня брови. Вот этот брови и уголки глаз. Просто супер. А также с ним можно сделать скульптурирование лица, скульптурирование шеи. В общем, когда я беру с собой эту палету, и они, кстати, суперстойкие, они не скатываются, они просто суперские, да, то есть они мне очень нравятся. Все цвета матовые, кроме светлого оттенка, да, как вы видите, он чуть-чуть немножко поблескивает. Просто изумительная палетка, я от нее в восторге, клянусь прям. И советую каждому, кто любит такие цвета. А далее заказала пару масочек. Совсем они у меня закончились. Эта маска идет как укрепляющая патч, она очень хорошо держится. Артикул 1089. Держать ее нужно 20 минут. Глазки свежие, морщинки разглаживаются. Можно просто так каждое утро их делать, если вам захочется. А можно действительно сделать перед каким-то важным мероприятием, и глазки у вас будут светиться хорошо, и хорошо ляжет и хайлайтер, и так далее, и так далее. То есть вот этим патчем прям 5 с плюсом. Они действительно укрепляющие, они подтягивают кожу, они, если есть какие-то отеки или темные круги, они это все уменьшают и придают коже тонус, обладают дополнительной энергией. Ну вот это вот тоже снабжает. Вот это я, конечно, не знаю, но веки действительно суперские. Мне очень понравилось. Далее, это по ВИПу, по-моему, 70% скидкой. Очень дешево. Я урвала свой, один из любимых, свою маску. Артикул 0744. Она наносится на очищенную кожу лица. Держится 15 минут. Идет для сухой кожи. Ее нужно периодически увлажнять водой или спреем. Я это делаю спреем вот этим вот. Считаю, что это намного лучше, чем просто водой увлажнять. Артикул у спрея 0256. Но я вам уже рассказывала про него. Да, то есть поэтому не буду заостряться. Да, это мой фаворит в поездках. Значит, маска действительно удаляет загрязнение, сужает поры, осветляет и гармонизирует тусклый цвет лица. Это прям 100%, дорогие мои, разглаживает кожу, да, она ее подтягивает, снимает следы усталости вообще напрочь и успокаивает чувствительную кожу. Значит, при использовании 2 раза в неделю она у вас будет повышать упругость кожи, сокращать признаки старения кожи, придает коже здоровый сияющий вид. Молодым девчонкам не подходит, маска идет 40+, мне 36, поэтому я с удовольствием ей уже пользуюсь. Далее, моя любимая сыворотка, одна из моих любимых, да, сывороток, они
антистресс. Я ее заказала всего за 360 рублей, хотя она всегда там 700-500 в каталоге. Почему так дешево? Потому что тоже потому, что я вип-консультант, могу брать два продукта с 70% скидкой, ну, на все, кроме одежды. Вот, значит, артикул 0222. Не как крем-блер работает, да, а она работает именно, делает кожу свежее, моложе, делает кожу как-то вот, знаете, светящейся изнутри, как будто вот вы только выспались, как будто вы вот в хорошем настроении, как будто у вас кожа дышит вот здоровьем, да, что-то вот такое вот. Мне она очень-очень нравится. Далее взяла мужу пару дизиков, тоже с какими-то скидками, сейчас уже не вспомню даже с какими. По твоему бонусу я не снимаю видео, потому что я твой бонус весь раздарила, я вам скажу честно, вот, потому что было очень много. Далее, артикул 2, кстати, он справляется ровно на 24 часа и не больше. Если куда-то в дорогу больше суток вы едете, и у вас нет возможности помыться, не рекомендую. Но на самом деле он классный, аромат у него тоже классный. Это спрей, артикул 0529. Вот вытаскиватель для полости рта, лечебные травы, артикул 2256. Заказала тестю, посмотрела, у меня тоже закончился. Поэтому я себе уже нарисовала, да, 2256. В избранные добавила, да, и потом посмотрю перед заказом именно избранное, чтобы не было потом проблем у меня, мало ли вдруг пригодится. Ну, так я ее, знаете, не часто пользуюсь, честно скажу, вообще не часто, но с огромным удовольствием. Если есть какие-то проблемы, да, типа стоматита, там, может быть, какое-то раздражение чего-то там, после зубного, еще что-то, я пользуюсь вот им, и еще для чувствительных зубов мне тоже очень-очень нравится, но для чувствительных зубов у меня еще пока не закончился. Далее, по ходу с прошлого заказа или что, забыла удалить гель очищающий для туалета, я же их много заказала, вы же видели в прошлом обзоре, кул 112.92, 500 миллилитров, нравится мне, заказываю более 5 лет, он очень часто видоизменяется, сейчас у него приятный такой оттеночек, привкус лимона, в общем, все здорово. Далее, пены для бритья. Что могу про них сказать? Они хорошие, они классные, ими здорово бриться, все такое прочее. Но у меня муж любит не пенящийся гель S8 для бритья. Он защищает от микропорезов и так далее. А вот это я взяла дочке для занятий, потому что к нам ходят различные специалисты, да, психологи, там, нейропсихологи и так далее, да, то есть у нас девочка с особенностями развития, надо ее вытаскивать в социум, поэтому это я взяла чисто для Виктории, для своей 6-леточки, 200 миллилитров, очень приятный аромат, очень прямо приятный, и пена тоже классная. Вот когда у Антона кончился гель, он этой пеной брился и сказал: Ань, пена реально четкая, мне, говорит, понравилось, я, говорит, с удовольствием ей бы пользовался тоже, но гель ему прозрачный, ему больше нравится, потому что у него волосы, во-первых, светлые, он ближе к блондину, они у него, во-первых, светлые, во-вторых, очень густые, в-третьих, очень жесткие, и он говорит, я хотя бы когда с гелем бреюсь, я, говорит, вижу эти волоски, а, говорит, с пеной я не вижу, я делаю это наугад, поэтому ему пена не очень-то и нравится пользоваться, не потому что что-то с пеной не так, а потому что потому что вот он не может увидеть их, да, то есть он мне объяснил, ну, правильно, да, то есть он реально светленький, ему реально неудобно. В общем, пусть пользуется, чем нравится. Гель для бритья S8, это фаворит моего свекра и моего мужа. Они оба прям его любят. Не из-за запаха, а из-за того, что он просто сам по себе крутой. Далее. Еще одни прокладочки, да, то есть я 5 штук заказала. Ну, реально, девчонки, психанула, потому что постоянно их нет в наличии. И сейчас в наличии у меня закончились салфетки. Вот осталась одна вот такая вот упаковочка, да, они мне очень нравятся. Я их опять-таки буду брать, может, даже штук 10 возьму, если будут со скидкой, да. Артикул 115.50, они мне очень нравятся. И напрочь закончилось средство для ванны. Вообще нету средства для ванны и нету средства для очистки духовок и плит. Вы представляете? В общем, с этой одеждой, с этими новинками, я просто забыла, что дома-то тоже надо мыть, стирать и так далее, да? И самим чем-то мыться. В общем, буду как-то выходить из ситуации, потому что заказ у меня будет опять большой. Сейчас вышла новая коллекция Флоранж, я уже все заказала, скоро выйдет в обзор. Все, всех целую. Ну, заказала я не все.
Да, то есть я заказала только то белье, которое я считаю, что мне подойдет. Ну и все, всем целую, всем пока. С вами была Кононова Аня. До встречи с вами в новых видео. Это был заказ полезностей и вкусностей и необходимостей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.